Рождественский. Вот это Рождественский, да? Да. А это про что он написал? Это он написал, значит, длинный стих, военный. Военный, длинный? Да. Ну, значит, немножко. Сейчас вспомню, как это читается. На земле бесцелостной, это я только один раз рассказывал. Нет, давай лучше про маленького человека. Ладно. Ну, давай про маленького. На земле бесцелостно маленький. Был сын человек маленький. Только на меня смотри, привет. На земле безжалостно маленький. Был сын человек маленький. У него была служба маленькая. И маленький очень по размеру шинель. И маленький очень по размеру портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, и маленький очень по размеру шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, вот такой всем крики вдут. Туда всей земле не хватало мрамора, что будет больно полный рост.